В Башкортостане инвесторам предлагают свободную площадку для промышленного производства. Ее площадь составляет 2 гектара. Участок расположен на территории опережающего социально-экономического развития Нефтекамск. Он обеспечен удобной транспортной развязкой и находится в непосредственной близости к ЖД-станции и речному порту. Недалеко от площадки находятся объекты незавершенного строительства, которые первоначально предназначались для размещения производства железобетонных изделий. Недостроенные здания также можно арендовать. Кроме того, вести деятельность в рамках ТАСР, есть возможность воспользоваться преференциями и налог на прибыль, и налог на имущество, что тоже является непосредственным плюсом при размещении производства какого-то на данной территории. Там и дорога сейчас, в принципе, даже заезд на это, то есть съезд с трассы тоже не очень такой длинный. В общем, довольно вкусный участок. Отмечу, на сайте корпорации развития Башкортостана появились виртуальные туры по свободным для инвесторов площадкам, где отражены все параметры и коммуникации. На сегодняшний день к просмотру доступен 121 тур по 149 объектам.